Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу. Програма «Розмова на тему». Запрошую вас до бесіди на тему мистецтва. І ми сьогодні будемо говорити із президентом фестивалю «Південні маски» в нашій студії Артем Свистун. Доброго дня. Доброго дня. Артем не тільки президент «Південних масок», він ще голова Миколаївської міської громадської організації «Федерація аматорських миколаївських театрів». Ну і, власне, фестиваль «Південні маски» – це і є фестиваль аматорських і дитячих, молодіжних дитячих театрів. Артем, Миколаїв вже буде 10-й раз приймати фестиваль, і він ювілейний, він важливий, і він, як ми вже встигли дізнатися, це… Ну, як ви кажете, останній фестиваль. Завершающий, да. Ну, почему, как бы, да, традиционно в Николаеве 10-й фестиваль состоится на площадках города Николаева. Это основная будет русский драматический театр, театр кукол, университет культуры, колледж культуры. Необычные площадки будут библиотечный театр в библиотеке имени Кропивницкого. Площадка Дома офицеров флота, это городского дворца культуры и искусств. Как бы мы охватываем практически весь город. Чтобы вовлечь николаевцев, вовлечь жителей города, да, в театральное искусство. И поистине, ну, Николаевщина – фестивальная область, да, и федерация, объединяющая все николаевские театры, тоже решила организовать фестиваль в 2005 году, и вот уже традицией стало проведение этого фестиваля. 10-й фестиваль планировался в прошлом году в связи с событиями, которые происходили в стране. Мы практически отменили много таких крупных масштабных проектов. И вот сейчас настало время, чтобы собрать, соединить, объединить эти коллективы. Почему завершающий, да? Ну, знаете, вот есть планка, да, когда растешь, создаешь, вот идет 10-й фестиваль, он должен пройти на уровне, профессиональном уровне, хорошем. В свое время мы начинали с города Николаева, как регионального фестиваля, приезжали гости из Херсона. Мы выросли всеукраинский фестиваль, международный фестиваль. Два последние года фестиваля, 9-8, проходил субрегионально, он проходил в Коблево, в Южном, в Одессе. Да, мы расширяли свои как бы, границы, возможности, постоянно находили поиск этого фестиваля. Он менял свои и площадки, и форму, и формат проведения, и объемы. Но, к сожалению, по ряду причин, ну, первая, самая основная причина, как многих таких крупных проектов, это финансирование. Финансовая составляющая. К сожалению, многие коллективы не могут себе позволить приезжать, оплачивать проезд, питание, проживание, вступительный взнос для проведения данного проекта. И поэтому мы решили как бы объединить все усилия, собраться все вместе и провести хороший 10-й юбилейный с палитрой фестиваля «Южные маски». Вот, может быть, как говорят, до лучших времен, да, или как бы до определенных событий, но фестиваль, он имеет уже свою историю, свои семьи. У нас на 5-м фестивале Зарема, которая из Крыма, наша николаевская студентка, она создала коллектив, она приехала и родила, и у нас фестивальный ребенок был на фестивале в 2009 году. Прямо во время фестиваля? На закрытие фестиваля она приехала в положение, и вот как бы коллектив выступает, ее повезли в роддом, и получились такие моменты. Это, да, действительно, это действительно просто. Фанаты театра. И две свадьбы у нас на фестивале. Ребята, которые познакомились в театрах, они решили расписаться на площадках на сцене областного дворца культуры, в Коблево проходили. Можно так сказать, фестивальный семейный такой праздник. Театры многие ждут, они растут, они ждут, что «Южные маски», они стимулируют, они приезжают, ставят постановки. Это очень приятно, и это стимулирует николаевский театр. Вот на сегодняшний день у нас 15 аматорских любительских театров, который входит в состав Федерации аматорских коллективов, которые… Мне стыдно признаться, но я потрясена буквально этой цифрой, потому что я не знала, что их так много. Я знала, что у нас есть аматорские театры, но что их в Николаеве столько, то для меня это… Ну, по ряду причин они, может быть, по скромности, как бы они проводят в основном спектакли на своих площадках. Мы знаем основные крупные театры, которые находятся на сцене областного дворца культуры. Это театр «Парадокс народный». Это три театра, которые возглавляет Татьяна Скупченко. Это Аграрная академия «Маска», народный коллектив, это детский театр «Чердачок», Центр развития ребенка «Сказка», самые юные участники, они постоянно принимают участие, два годика самому юному артисту и до 5 лет, вот они как бы подготовка к школе, они ставят тоже спектакли, в рамках палитры фестиваля мы тоже можем увидеть эти коллективы. Ну и своего рода благодаря «Южным маскам» николаевцы узнают о существовании театральных коллективов и как в Николаеве, и как по пределам Украины, ну и естественно к нам приезжают уже из других стран, которые показывают свое искусство, свои новые формы, новые форматы.
Вот, к примеру, у польских театра, три сейчас приедут польских театра, они работают в стиле Антонина Арто, Ежегротовского, театра переживаний, социального театра, театра боли, театра жизненной правды, вот так вот они называют, театр документалистики. Если, к примеру, они ударяют себе цепью, они ударяют себе на сцене, естественно. И если они разбивают клавиатуру, то они разбивают это чувство боли, чувство, вот как бы, чтобы создать антураж. Для нас это непонятно. Да, для нас дорогие это... театры. Да. Вот. Я говорю, так же артистов можно всех растерять. Но мы воспринимаем классическую школу системы Станиславского, театра переживания, там, Михаила Чехова, как бы, да, воплощение работы. Но и наши молодежные театры смотрят вот эти направления, направления документалистики, вот театр Ларисы Калинины арт-класс, который вот недавно состоялась премьера документального театра, театра «Форум», который основывается на событиях 13 февраля 2015 года, где играют сами люди, которые вынуждены переселенцы, они создают, ну, вся жизнь театр, да, и мы создаем, мы видим через сцену, через синтетическое искусство, мы можем подать те мысли, те идеи, которые мы чувствуем, которые мы создаем и воплощаем на сцене, потому что вот многие спрашивают, в чем же разница между профессиональным искусством и любительским искусством, аматорским, да? Многие говорят этимология слова «аматоры» – это кто? Это самодеятельность или это аматоры, люди, которые от души хотят, создают и любители. Творят? Да, любители. Вот. Да. Я вам хочу сказать, что мы знаем из истории, многие любители стали профессионалами. Да. Вот. И чем уникален аматорский театр? Он может себе позволить то, что не может профессиональный коллектив. Поиск формат. Формы подачи спектакля, материал, очень часто они берут авторские произведения и, как говорят, на злобу дня, то, что чувствует сейчас молодежь, дети, они передают это через искусство сцены. Вопрос к директору-распорядителю Николаевского академического художественного российского драматического театра. Это я специально так да, это подчеркнула, да, это да, тоже да, статус да. нашего сегодняшнего гостя. Почему аматорский театр может себе позволить эксперимент, а профессиональный? Вы тут в двух лицах. Да. Смотрите, ну вот с Николаем Анатольевичем Кравченко, нашим художественным руководителем, мы часто... И председателем жюри. Да, и председателем жюри фестиваля аматорских театров. Да. Очень часто он поддерживает именно на протяжении многих лет. Он видит, чем живет сегодняшняя молодежь аматоров-любителей. Он смотрит артистов, которые участвуют, да, режиссерские работы, полотнища, которые... И вот сейчас у нас многие артисты, режиссеры, постановщики нашего театра входят в состав профессионального жюри, которые будут оценивать... смотреть, искать новые подходы, новые технологии, которые используют любители, аматоры. Вот кто-то, естественно, теряется и уходит в неизвестном направлении, и нужно направить аматоров-любителей, и поэтому создается вот профессиональное жюри. Ну, я вам хочу сказать, что экспериментирует сейчас тоже русский драматический театр. Вот совсем недавно последняя работа нашего молодого артиста, режиссера-постановщика Евгения Олейника, он вот сейчас дает бакалаврат. Вот последняя его работа «Шикарная свадьба» или «День сурка». Это была немножко даже экспериментальная работа, потому что, во-первых, по режиссерским приемам, по приемам в начале спектакля, в завершении спектакля, ну и пьеса, которую берут некоторые аматорские, любительские театры. Профессиональный театр тоже находится вот в поиске вот каких-то новых форм, новых форматов, но основная цель профессионального театра – это искусство педагогическое, да, зритель должен получать качественный продукт, который учит зрителя, учит, направляет его в нужное русло. Некоторые любители, ну вот для меня, к примеру, видео мы посмотрели, Одесский театр иностранной пьесы «Встреча», они привозят фантасмагорию ДНК. Это спектакль абсурд, это немножко они уходят от реалистических каких-то событий, но как в любом случае искусство состоит человека, заставляет мыслиться, возникает эмоции, положительные или отрицательные, но это заставляет человека чувствовать, да, воспринимать это. Поэтому и такие фестивальные спектакли должны быть на фестивалях, чтобы понять, правильно ли это, нужно ли это, можно ли это направлять. И для этого мы создаем лабораторию, потому что «Южные маски» – это прежде всего форум. Форум не просто показали спектакли, посмотрели, а постоянно диспутов, общений и профессионального жюри, и альтернативного. Вот альтернативное жюри у нас по одному представителю от каждого театра, отдельно детские театры, отдельно молодежные театры, где они обсуждают просмотренные спектакли. Они тоже высказывают свое мнение, как бы они, как участники коллективов, они говорят, да, почему вот использовались такие приемы.
приемы, возможен ли такой спектакль или невозможен такой спектакль. Вот. И в результате альтернативное жюри профессиональное выдает результаты по номинациям, и, как правило, они сходятся в общем решении. Даже бывали случаи, когда там «Золотая маска» предрасполагалась больше все-таки аматорам, любителям, где дети получают определенные как бы заслуги, то, что они посчитают необходимым отметить ту или иную работу. Ну, вот вы сказали, что оценивает жюри и говорит, может такой спектакль быть или не может. На самом деле он уже есть. Да, да. Раз да, его привезли на фестиваль, да, и показывают, уже есть. Но я понимаю и то, что все стремятся, если едут на фестиваль, показать лучшее. Что-то готовят специально к фестивалю, что-то заботятся заранее о том, чтобы приехать и показать действительно то, чем можно гордиться. Ну, это абсолютно верно. Дело в том, что представлена вся палитра Украины. И Западная Украина, Львов, и Харьков, и Киев, и Одесса, и Белгород-Днестровский, и Херсон. У нас идут три направления. Это детские театры, это большие мюзиклы будут. Я, пользуясь случаем, приглашаю всех николаевцев посетить интересные постановки, которые, вот, к примеру, 7-го, в это воскресенье, в 11:00 на сцене Русского драматического театра Харьковский народный театр «Сорванцы» представит музыкальный спектакль, сказку «Волшебник изумрудного города». Интересная работа, интересная постановка. Они взяли гран-при во Львове, они путешествуют по Европе. И театры, которые, ну, Харьков, да, столица, колыбель в свое время театрального искусства. Также для самых юных будет вот Киевский театр «Окей», «Алиса в стране чудес», где 30 детей поют на сцене, создают такое действие. И также взрослые постановки. Вот курс «Ступки» Киевского национального университета культуры и искусств, женский батальон, как они называют себя, театр «Ля Фем», привозят 8 любящих женщин. Да? Вот, в очень многих профессиональных театрах ставятся данные постановки. Ну, в данном случае они же не совсем аматоры, у них еще диплома нет, но вот, на самом деле... Мы поэтому, ну, как вам сказать, вот мы делим категории. Детские театры аматорские, любительские, молодежные, которые самодеятельные, которые занимаются. Mm-hmm. И третья категория – это студии, вот, к примеру, тоже и колледж культуры, университет культуры, люди, которые получают профессию, которые обучаются актерскому мастерству, мы выделяем в третьей категории. Но нельзя назвать их еще профессионалами, потому что они еще студенты, это студенческие работы, но тем не менее они показывают свои работы, которые, возможно, в последующем станут какими-то станут большими профессиональными работами. Да. Артем, ну и вы сказали о том, что действительно вот по всему Николаеву будут работать площадки, как-то... Есть ли какое-то вот четкое время выхода спектаклей, так чтобы николаевцы не искали специально программу, но знали, что в такое-то время и такое-то придут, не ошибутся? Смотрите, вот начиная с 6 числа в 17:00 на сцене Русского драматического театра состоится церемония открытия фестиваля, где все наши николаевцы могут посмотреть палитру всех театров, которые будут принимать участие на фестивале. 7 числа и по 13 включительно в 11 часов на сцене Русского драматического театра будут детские спектакли для детской аудитории, и в 19:00 на этой сцене будут взрослые, молодежные постановки для взрослого зрителя. Днем в 2, в 3, в 4, в 5 начинаются спектакли на сцене университета культуры и колледжа культуры. Это студенческие работы, где будут показаны на площадках. Вот. В 17 и 18:00 у нас же на сцене академического театра, но это малые формы, там очень малая вместимость зала, это в основном для участников фестиваля, для лабораторий, но желающие люди, которые ищут поиски новых форм, новых работ, театральные работники, могут посещать наш театр в 17 и 18:00 на малой сцене, будут проходить вот такие малые экспериментальные формы работы. Ну и самое основное, что вот в 11:00 на сцене для детей и в 19:00 для взрослых будут каждый день, начиная с 7 числа, проходить вот эти фестивальные постановки. Ну и придя в кассу нашего театра или по телефону 37-21-69, можно более детально узнать, какой спектакль, какой автор, какой жанр, какого возраста рекомендовано, да, для просмотра либо детей. Вот, и можно будет посетить, посмотреть наши фестивальные программы. Ну и традиционный, конечно, вопрос: судьи кто? Ну, председателем жюри, профессионального жюри является наш художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный деятель искусств России Николай Антонович Кравченко. Несменный сопредседатель Сталина Васильевна Лагошняк, заслуженная артистка Украины, которая не пропустила ни одного фестиваля, которая посетила все работы, и у нее есть уже коллективы, которые едут посмотреть на нашу Сталину Васильевну. Да. Вот. Ну и жюри – это Терещенко Виктория Петровна, заслуженный работник культуры Украины, директор театра
областного театра «Кукол». Да, там же также две будут постановки работы. Это в среду 10 числа в 10 часов будет детский спектакль «Бердянск», показывает детскую сказку и «Гули-гули». И 12 числа в 17:30 будет Одесский театр «Парадокс. Плачу или плачу». Такая как бы взрослая постановочка. Вот. Овчаренко Светлана Владимировна, доктор философских наук, Одесский региональный институт государственного управления при президенте Украины. Она профессор, она культуролог, она искусствовед, она понимает, разбирается в стилях, в направлениях, в течениях, она также является участником и членом жюри. Лидия Ивановна Лимаренко, это Херсон, заведующая кафедрой философских, культурологии факультета культуры и искусств Херсонского государственного института, вот, и художественный руководитель студенческого народного театра «Студия Арт». Савченко Ирина Витальевна, доцент кафедры украинской литературы Национального педагогического университета имени Драгоманова, город Киев, заслуженный работник культуры и также художественный руководитель театра «Вавилон». Саган Владимир Андреевич, заслуженный работник культуры Украины, Луганск. Марок Кошолок, это режиссер-постановщик, магистр политологии, Польша, город Машево. Федотова Наталья Викторовна, заслуженный работник культуры Украины, директор Николаевского филиала Киевского национального университета культуры и искусств. Она в составе жюри и также на площадке университета культуры, как я уже говорил, что с 8 по 12 число в 14:00 там будут студенческие работы Мирлянова Ольга Анатольевна, декан факультета искусств Николаевского филиала Киевского национального университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения. Мозговой Виктор Леонидович, кандидат педагогических наук, доцент, докторант, лауреат премии Николая Аркаса, город Николаев. Богданова Екатерина Владимировна, актриса Николаевского академического художественного русского драматического театра. Цимбал Тарас, актер театра и кино, город Киев. Манжели Виталий Анатольевич, режиссер-постановщик Николаевского академического художественного русского драматического театра. Жил Андрей Игоревич, артист Николаевского академического драматического театра, заслуженный артист Украины, лауреат премии Николая Аркаса. Кашевая Елена Васильевна, артистка Николаевского академического театра. Межурецкий Алекс Евгеньевич, артист Николаевского академического художественного русского драматического театра. Цимбал Василий Алексеевич, режиссер-постановщик Николаевского академического художественного русского театра. И Марина Васильева, артистка Николаевского драматического театра, заведующая литературно-драматическим отделом. И также мы решили включить Павлищеву Ирину Алексеевну. Она приехала из Севастополя, она очень часто принимала участие, лауреат 4 золотых масок фестиваля и режиссер, кавалер ордена почета. Вот. Ну и также председатель альтернативного жюри Ангелина Крихели, корреспондент газет «Южная правда», «Вестник Прибужья», «События», «Комментарии». Ну и сопредседателями мы решили взять наших журналистов. Это Виктор Диченко, ведущий телевизионной программы «Новый день» и журналист, работающий на телеканале «Николаев», и Алена Мельникова, журналист интернет-издания. Это вот такое большое объемное жюри, с учетом того, что площадки, несколько площадок, и нужно просмотреть, успеть профессионально проанализировать все работы. Ну и мне бы хотелось, чтобы несколько слов, тоже вы сказали о том, что много едет коллективов, на самом деле, я думаю, что стоит назвать цифру, 37 в этом 37 году. Театров, да. Это тоже достаточно много. Вот я припоминаю просто фестивали «Homo Ludens», они не собирают такого количества театров. Много, 37 коллективов. Откуда? Смотрите, ну, заявок очень много. К примеру, вот в этом году мы получили 56 заявок для участия в коллективе. Мы еще смотрим конкурсный отбор. Зачем вы его закрываете? Ну, очень сложно по ряду причин. 56 коллективов, которые своего рода по финансовым обстоятельствам, по многим вопросам, люди, к сожалению, не смогут к нам приехать, но палитра этого фестиваля очень объемная и большая. Я 37 театров полностью называть сейчас не буду, многие узнают, но хотя бы города. Это традиционные участники: Белгород-Днестровск, Одесса, Киев, Харьков, Лисичанск, это Львов, это Херсон, это Бердянск, это представлена Украина. Подавали заявку Беларусь, Барановичи, к сожалению, у них в этом году по ряду причин также не получается приехать к нам на фестиваль, но приезжают 3 театра из Польши: Машево, Познань, Краков, и это тоже очень приятно, такая палитра, которая создается в нашем действии. Ну и, как я уже говорил, 15 николаевских театров, которые посмотрят наши участники. И самое главное, я хотел сказать, что для жителей города Николаева
на открытой площадке 13 числа в субботу с 12 до 3 в детском городке «Сказка» будет концерт «Капустник» с участием всех участников фестиваля. В 16.00 на улице Советской Соборной будет парад «Шествие» с участием всех коллективов. Вот, да, вот с этого места чуть поподробнее, потому что театрализованный парад «Шествие» – это всегда это какой-то маскарад, это карнавал, это какой-то такой праздник, который вовлекает в себя всех, вот когда это течет по улице. Да. Ну, во-первых, оркестр, живая музыка, флажницы, использование всех движущих транспортов, которые у нас в городе. Вот там веселый трамвайчик появился на Советской. Там, как замечательно, бы. Кстати. Да, мне тоже, да, очень. Мы даже назвали карета. Театральный трамвай, карета. Там, ну, вот мы максимально хотим использовать. Трамвайчик едет, карета, там еще пони. Ну, пони, да. Вот. Ну, хочется создать вот такой праздник. Праздник весны, праздник лета уже, да, праздник настроения, потому что южные маски – это красные. Это краски, которые создают вот праздник. Очень яркие. Да. И в то же время мы, николаевцы, набираемся впечатлений, но к нам же едут гости, и они тоже будут уносить какие-то впечатления не только от встреч со своими коллегами. Что им покажете? Очень обширная программа. Для начала, вот 7 числа мы едем в Ольвию, в Парутино, и в национальном заповеднике мы делаем такой античный праздник «Свято Дионисия», да, с событиями, с действиями, с картинами. Театр танца «Ритмы планеты» Ирина Пак, руководитель, они приезжают со своими танцами. Мы делаем такое красивое зрелище, чтобы показать, что истоки театрального искусства берут еще от древних времен, Артур стран Причерноморья. Раз мы с вами сейчас вспомнили про театр танца «Ритмы планеты», Ирина Александровна, наши поздравления вам с днем рождения. Мы желаем вам терпения, мы желаем вам талантливых воспитанников, мы желаем вам благодарных воспитанников и надеемся на то, что еще очень часто в нашей студии будем видеть вашу улыбку, а на сценах николаевских театров творчество ваших детей. Здоровья и вдохновения, и самое главное, чтобы дети, действительно, которые коллективы, которые посещают, и Ирина Алексеевна, она безумно рада участвовать во всех наших городских мероприятиях, и мы рады, что такой прекрасный человечек существует и театр. С днем рождения, здоровья, благополучия и творческое вдохновение. Да, возвращаясь к празднику в Ольвии. В Ольвии. Значит, мы привозим коллективы, посещаем экскурсии, устраиваем такое античное, интересное событие. Вот показать Гипанис, Борисфен, исторические названия наших рек, которые вливаются в Черное море, Карадонис, мы там связываем историческими названиями. Очень приятно, что, к примеру, Белгород-Днестровская, она будет делегацией Сенкермана, вот они будут тоже облачаться в античные времена. Вот. Ну и такое Мисс... вот... Конкурс мистер Дионисий. Да, да, мистер Дионисий, да, и Фемина, да, девушки, которые там будут вместе плясать. Вот, ну, такое античное мероприятие, которое проходит. Традиционно двери открывает Николаевский зоопарк, самый лучший, уникальный, где вот интересное представление, спектакль или звери для участников театралов или театрала делает представление для зверей, потому что, ну, очень многие актерские этюды в актерской школе – это поведение за животным. И многие режиссеры, когда посещают зоопарк, говорит, вот смотрите, как правильно нужно играть на сцене, да? Переиграть животного практически невозможно. Дальше, ну вот как я уже говорил, детский городок «Сказка», который открывает двери, мы там устраиваем квест, участие. И самое основное, то, что будет уникально, Юрий Иосифович Любаров и Сергей Пискурев, я обратился к ним с просьбой такой, создать карту «Николаев город театральный». Это будет... обозначение мест в городе Николаеве, где сейчас находится театр, профессиональный театр, театр любительский. Это места, где когда-либо находились еще другие театральные здания, помещения, театр Миллера и Штурманское училище. И эта карта станет квестом для участников театров ознакомления. Ну и в следующем, может быть, туристический фонд привлечет маршрут новых маршрутов. Как бы еще один маршрут Николаев город театральный. Это то, что будет уникально отличаться от всех предыдущих как бы, увеселительных программ. Ну и традиционное посещение ночных клубов для взрослых коллективов. И в завершении мы решили сделать... Ну, для детских мороженое. Мороженое, само собой. Да, да, мороженое, водичка Таурус, чтобы детки жаждали. Ну, у нас есть много партнеров, которые предоставят им сувениры. И самое главное, что каждый участник получает диплом, сертификат участника фестиваля. Даже каждый родитель, каждый участник, каждый коллектив получает сертификат, золотой диплом участника фестиваля. И я думаю, что никто расстроенным не поедет. И у нас есть такая номинация, которую мы вручаем очень редко в федерации, это корифей всего
сьогодення. Рішенням Федерації аматорських театрів ми відмітимо лучших із лучших режисерів, які в своїх містах створюють історію театрального мистецтва, які створюють вот сьогоднішню палітру фестивалів і робіт. І що буде унікальним? 14 числа на закрытие фестиваля мы устраиваем красную дорожку, где приветствуем всех руководителей коллективов, и будет презентация фильма, документального фильма «Южные маски Украины». С историей фестиваля, событиями, событийным рядом, то, что было на фестивале, вообще понятие, что такое аматоры, для чего нужны любительские театры, да, и вот как это все происходит в целом в работе. Ну и что самое интересное, после идет награждение с интересным концертом, не буду приоткрывать все завесы, там будут звезды, вот, но и такое будет грандиозное событие и на улицах, и в помещениях, и для жителей, и для участников, ну и форум, форум общения театралов. Ви правильно сказала, Миколаїв – місто театральне. І це не єдиний театральний фестиваль, який є в нашому краї, в нашому місті, в нашій області. І я сподіваюся на те, що ми сьогодні, коли говоримо про те, що південні маски ставлять крапку, що насправді це ж буде багато крапок. І ми ще будемо повертатися до цієї теми, тому що я впевнена, ви як людина творча, талановита, щось придумаєте обов'язково. І ми залишимось театральним містом і так, містом фестивальним. Дякую вам ще раз. Сподіваюся на те, що в наших програмах протягом наступного тижня і взагалі протягом всього того часу, коли працюватиме фестиваль на нашій землі, то будуть і учасники фестивалю, і яскраві гості цікаві. Ну так буває зазвичай, коли ви привозите стільки цікавих людей до міста. Отже, очікуємо на наступні зустрічі, очікуємо на наші миколаївські перемоги і на те, що в наше місто будуть влюблятися і до нього повертатися. Так, дякую. Дякую вам, що були разом з нами. Хай щастить, ми в ефірі побачимось і на фестивальних площадках також.